Вы смотрите Информбюро. Жильцы многоквартирных домов могут не платить земельный налог. Такую инициативу в первом чтении одобрили депутаты Мажилиса. Вместе с тем Министерство национальной экономики предлагает еще несколько изменений в налоговом законодательстве. Для удобства плательщиков планируется перенести сроки уплаты налога на транспорт с 31 декабря этого года на 1 апреля следующего. Владельцам частных домов объединят налоги на имущество и землю без изменения элементов каждого отдельного налога. Они просто будут вноситься единым платежом. Сейчас, по мнению разработчиков, при оплате двух платежей возникает путаница. Сегодня до объединения эти два налога исчисляются автоматически, и мы их можем видеть в квитанции в виде двух строчек. Соответственно, нужно платить два раза квитанции, две комиссии, можно ошибиться между двумя строчками. Налоговые органы ведут лицевой счет по двум, где-то может переплата, где-то недоимка, и возникать путаница –